Как-то раз отец со своим сыном и осликом путешествовал по пыльным улицам города. Отец сидел верхом на осле, а сын вел его за уздечку. «Бедный мальчик», — сказал прохожий, — «его маленькие ножки едва поспевают за ослом. Как ты можешь лениво восседать на осле, когда видишь, что мальчишка совсем выбился из сил?» Отец принял его слова близко к сердцу. Когда они завернули за угол, он слез с осла и велел сыну сесть на него. Очень скоро повстречался им другой человек. «Как не стыдно! Малый сидит верхом на ослике, как султан, а его бедный старый отец бежит следом!» Мальчик очень огорчился от этих слов и попросил отца сесть на ослика позади него. «Люди добрые, видали вы где-либо подобное?» — загласила женщина. «Так мучить животные! У бедного ослика уже провис хребет, а старые молодой бездельники восседают на нем, будто он диван. О, несчастное существо!» Не говоря ни слова, отец и сын, посрамленные, слезли с ослика. Едва они сделали несколько шагов, как встретившийся им человек стал насмехаться над ними. «Чего это ваш осел ничего не делает, не приносит никакой пользы и даже не везет кого-нибудь из вас на себе?» Отец положил руку на плечо сына и сказал: «Что бы мы ни делали, обязательно найдется кто-то, кто с нами будет не согласен. Я думаю, мы сами должны решать, как нам путешествовать».